Здравствуйте, дорогие друзья. Шестой элемент.
академик Курчатов случайно находит неизвестные дневники Миклуха Маклая, в которых повествуется о каком-то загадочном шестом элементе, который якобы содержится в крови у некоторых моллюсков, находящихся на одном из атоллов Тихого океана. Академик немедленно отправляется туда, чтобы найти этих моллюсков и, наконец, взять химический анализ составляющих крови моллюсков. Эти составляющие можно определить по тому свойству, что они вызывают, эти моллюски и эти составляющие вызывают оргазм у неживой материи. Этот элемент практически неизвестный природе до сих пор, и это должно было произвести революцию в науке. Но об этом случайно узнает академик Тимирязев. И как непримиримый враг Миклуха Маклая, в частности, и всех остальных, и всякой передовой науки, он пытается перехватить эту революционную идею. Для этого он подкупает шайку пиратов в Тихом океане, вместе они захватывают ледокол «Ленин» и пытаются перехватить академика Курчатова на подступах к атоллу. Завязывается оживленная перестрелка, и практически Курчатов погибает, если бы его не спас барон Врангель, который случайно с остатками армии находится на атолле. Они спасались от преследований красных комиссаров и основали там свое поселение. И в результате добро торжествует, или зло торжествует, я точно не помню. Эффект микрофазии возникает в момент смещения, собственно, представлений о том мире, который у нас возникает благодаря традиции и знанию некоторых основ того фонологического ряда, который мы можем воспринимать как язык. Но я имею в виду здесь не язык как речь, а язык как составляющая совершенно конкретной образной символики погружения, собственно, в мир объектов. В мир, я бы даже отторгнул кантианскую вещь себе, потому что она здесь уже не играет никакой роли. И то есть афазия, то есть микрофазия, в данном случае мы говорим о микрофазии, как об основном проявлении теории квадратуры. Значит, микрофазия возникает в моменты взаимодействия смысловых точек, смысловых отправных точек, с проявлением их во внешней среде. И человек является здесь одним из самых важных звеньев, я бы даже сказал, посредником между возникновением апофатических состояний и афатических условий возникновения речи. Цель искусства – это катарсис. И чтобы человек старался весь свой внутренний мир, все, что, о чем он думает, чтобы он просто перенес это на киноэкран. Понимаете, а не так
переносил что-то, что он думает, но делал маленькую ремарочку, типа, вы понимаете, что это как бы все не настоящее. Я стараюсь насыщать свою жизнь предельно большим количеством работы. Помимо того, что я снимаюсь, я делаю по меньшей мере десяток музыкальных проектов. Я записываю пластинки постоянно, у меня контракт с несколькими компаниями, я пишу музыку для разных картин, как правило, принципиально разных. То есть я раздробил свой мозг на множество частей. Каждая часть занимается своим делом. Мне самое главное, чтобы была легкость, потому что один из основных критериев искусства – это легкость. Я не имею в виду поверхностность, я имею в виду легкость. Искусство должно трепетать и мягко стелиться. Искусство должно быть очень мало. Оно должно быть убедительное, его должно быть мало, и оно должно очень сильно впечатлять. Мы должны давать ему пищу для рефлексии. И потом холодильник медленно, давя людей, должен катиться по сцене. Придавливать не очень сильно, чтобы не было увечья. Холодильник и поливать это все кипятком. Смотрите, меня вывезли. Я встал. Безрукову поблагодарил. Он отвел тележку. Я вот с рукой вытянутый. И как только Безруков начинает от меня удаляться, дальше медленно поднимается рояль прямо к руке. Я играю фортепианный концерт вместе с ансамблем. Вот на такой высоте. Играю концерт. И в определенный момент спускается крюк. Перкуссия продолжает играть. Я тут же, как спустился крюк, отцепляю себя, тут же меня поднимают, я играю вниз головой. Дали мне поиграть, повисеть, немножко поиграть на рояле. Если даже я вешу немножко к роялю, не добираюсь, я буду стараться грести, и все-таки надо как-то меня раскачивать, меня сбоку, с балкона так, чтобы я носом прямо тыкнулся в этот рояль. Хорошо? Как только мне приделали крылья, так. Можно уже пускать транспортер. Вы видите, я готов к полету. Из кулисы. Это вот такое нагнетание по музыке. Идет нагнетание, я летаю. И как только мужчины потихонечку сматываются во все стороны разные. 10 мужчин, сидящих в костюмах, галстуках, тазах. Каждому попал. Цель такая, меня будут раскачивать от рояля туда. Цель сбить кого-нибудь ногой. То есть вы в тазе. Ваша задача ударить меня палкой. И я пою песню истерика, оркестр вместе. И потом пойдут такие финальные точки. Все вместе, тромбоны, оркестр, перкуссия. Подпрыгнул. Третий раз подпрыгнул. После третьего раза я еще допрыгиваю до конца, иду точки на после третьего прыжка. Теоретически это может выглядеть так. Тема нашей сегодняшней лекции – это поведение брома при атаке его молекулами хрома. Это в простонародье известно как закон Майкельсона-Шварца. Всем хорошо известно, что Майкельсон был крупным российским ученым, но мало кто знает, что Майкельсон работал со Шварцем. Шварц был репрессирован в 1937 году и практически расстрелян. До того, как он был расстрелян, он был помещен в Волга-Балт.
И тогда в одном из писем из лагеря своей жене, он писал о том, что в процессе рытья ямы он обнаружил странную вещь. Яма, наполненная бромом, может хлорироваться только 4 молекулами углерода. Теоретически это может выглядеть так. Представьте себе молекулу углекислого плюмбума. Молекула ведет себя при атаке ее атома приблизительно так. Она направляется в сторону атома. Атом ведет себя пассивно. Он не воспринимает воздействие энергетических потоков сознания на молекулу и старается воспротивиться восприятию луча со стороны неземной коры. Кора отдает снизу. И когда молекула начинает вращаться, мы берем хлорированный бром и смешиваем его с плюмбумом 4S2H. Посмотрите, что происходит. Вы видите? Видите? И он был потрясен тоже. Ничего подобного ни один человек еще не видел. И этот закон назывался законом Майкельсона, потому что Шварц был забыт. Дело в том, что при стремлении А к группе L вторых практически А равно нулю. Ноль здесь выступает как Y. Причем Y со знаком отрицательного служения возможности возникновения энергии при стремлении к бесконечности. Если бесконечность сменить на семерку, то тогда посмотрите, как ведет себя хром. Сейчас я вам покажу. Обратите внимание. Хром. Вот видите, хром. Хром при возможности возникновения его в промежуточном состоянии, он начинает выделять энергетику, равную нулю. Посмотрите, вот так вот выглядит схема возникновения нуля. Вот, идет бром, начинает хлорироваться. При хлорировании происходит резкое сужение, то есть он начинает сужаться и как бы опускается. Вот представьте себе, как ведет себя бром. Вот хлор. Когда он начинает бомбардироваться атомами радия, он начинает сворачиваться и как бы собирать в себя энергию. Энергия происходит только благодаря тому, что возможность ее выброса назад, обратно в окружающую среду, может быть очень резкой и внезапной, толчком. Вот так приблизительно происходит выброс энергии хлористого кальция к брому. Но бром не может быть обозначен точной, совершенно континуальной средой. Он имеет совершенно конкретную структуру. Я покажу вам модель молекулы брома при хлорировании его атомом плюмбума. Посмотрите. Вот так выглядит бром в неподвижном состоянии. Достаточно ему вступить в реакцию с синхронным кальцием. Смотрите, что происходит. Видите? Резкое изменение цвета. Резкое. Но это еще как бы промежуточная ступень. Так вот, я хочу вам рассказать о том, что... Пусть атом полежит здесь пока. Майкельсон. Человек незаурядного ума. Лучший друг Лобачевского. Дал приказ, чтобы Шварц был уничтожен. Шварц был уничтожен, по-моему, расчленен. Но с Менделеевым тогда, уже тогда возникли разногласия. Менделеев настаивал, что 64-й элемент, вот он, видите, ГД, так называемый элемент ГД, он вошел в историю науки под названием ГД, сокращенно от Год, Бог, божественный элемент. Он имеет 64-ю плотность. Посмотрите, в чем была ошибка. Фау-1... Обозначим его как Y. Ник была приравнена практически к фау нулевому, что было совершенно дерчайшей ошибкой, потому что фау нулевой должно стремиться к нулю. Наша лаборатория была первой лабораторией, которая смогла дезинфицировать ноль при стремлении его к бесконечности. Дезинфекция проходила... Полет человека сквозь жизнь поддерживается силой его знаний.
очень много готовился к этой роли. Это впервые я играю ответственную, серьезную роль большого ученого. Психологическая драма. Сергей построил ее, исходя из комплекса Достоевского. Комплекс невменяемости. Она должна перевернуть все представления о внутреннем мире ученого. В фильме создается тип ученого новой формации. Ученый-людоед. Людоед я имею в виду в духовном смысле. Очень трагический фильм, очень много крови. Погибают практически все. Курчатова четвертуют. Ну вот. Поехали. Можно? Да. Все, хорошо. Все удачно. Дубль второй снимаем. Поехали. Можно? Да. Еще одна попытка. Какой-то вы имел. Устал. Вот такой вдруг появился день. Вот такой купит день другой. Учитывая создавшуюся ситуацию, Ллойд Джордж на банкете у лондонского лорд-мэра выступил в английском парламенте. В ответной речи спикер парламента лорд Каррингтон высказал сомнение в целесообразности миссии доктора Фаркаса. Один будет в прокате во вторник, капитан. Помни пароль. Пал Вавилон Великий с его бесконечным днем. Находимся на съемках фильма Сергея Дебишева. Фильм про пиратов, о том, как два сильных и волевых белогвардейских офицера попадают на остров Пасхи и почти погибают в неравной схватке с пиратами. Но в последний момент ожившая статуя фараона спасает путников и приходит им на помощь, и они побеждают пиратов в борьбе с китайской кокаиновой мафией. Очень запутанный сюжет. Вот, значит, путники олицетворяют собой, два офицера олицетворяют собой доброе начало, но постоянно к ним вмешивается вечный жид. Вечный жид им все портит. Ну, пираты, естественно, наказаны, и добро торжествует, и сцена кончается сценой всеобщей радости и ликования. Americans is something that will the world be 1,000 years from now or 800 years from now, so that we in the West might have a
человек приехал. Эти дни напоминают ритуальные убийства. Помпезность, с которой Фаркас обставляет свои преступления, поразительна. Он окружает человека магическими знаками и символами, из которых у него нет выхода. И тогда человек становится перед лицом смерти один на один. Как правило, он присылает курьера. Курьер появляется неожиданно. А вот и он. Mi jefe, hemos secuestrado un paquete cerca de Caracas. Señor, señor, ¿de dónde ha venido usted? ¿De Madrid? ¿No? Señor, escúcheme. Que he ido y pues le fue. Tengo una rosa blanca. Эфеса, Вавилон и Мегале. Que he ganado. Катикитирион. Демонион. Это белые марокканские карлики. Последний раз я видел их в Гааге на конференции. Их появление тогда в корне изменило исход встречи. Равновесие было нарушено, и все переговоры о мирном разрешении конфликта зашли в тупик. Война стала реальностью. Несмотря на протесты Ватикана, 6-й американский флот при поддержке морской пехоты медленно продвигался вглубь территории, впервые используя метод психической атаки. Критики просто козлы. Большинство критиков козлы, я вас уверяю совершенно. Я большего бреда, который о двух капитана 2 писали, я просто в жизни своей не слышал. Просто бред сивой кобылы. Экспедиция Михельсона, отправленная к Северному полюсу, была 7-й по счету, исчезнувшей в районе Шпицбергена. Вот. Тома, и Ветер. Бангкокская разведка предоставила нам несколько фотографий. Вот со своей любимой собакой на вилле в Ницце. Вот он в кругу семьи. А вот то, что осталось от него после посещения его квартиры доктором Фаркасом. Да. Тогда еще никто не связывал воедино эти два события. Груды мяса на фотографии явно нечеловеческого происхождения. Скорее всего, кто-то из нашего работал. Злобное чудовище. Поистине исчадие ада. Еще в молодости он зверски замучал Сакка и Вансетти. Изнасиловал мужа сестры. А из остатков печени школьного учителя он сделал специальную колбаску, которая могла вызывать оргазм у неживой материи. Мы находимся на съемках фильма Сергея Дебишева. Фильм приключенческий, я бы даже сказал исторический. Все действия происходят в Китае. Два отважных белогвардейских офицера попадают в одну тайваньскую деревеньку. Но на помощь... Они в смертельной опасности. Но на помощь им приходит внезапно ожившая мумия Карла Маркса. И Карл Маркс при содействии африканских пигмеев выручает спутников от смертельной опасности. Все заканчивается сценой вакханалии в гробнице фараона. Спасибо. Все. Матросы, на корабле сложилась критическая ситуация. Команда сократилась почти втрое. Двое умерло от сильной лихорадки, все остальные находятся в судорогах от малярии. Удивительный холод для этих широт. Шинель набросился. Самолет из Рио-де-Жанейро, который должен был прилететь вчера, не прилетел.
Все переговоры с местными племенами ни к чему не привели. Вождь племени оказался под лицом и пидором. Они сговорились с турецким пашой за нашей спиной, и войска султана практически подошли к берегу. Вчера отравленный стрелой, пущенной умелой рукой индейца Наваха, был убит старпом крейсера. Силы команды на исходе. Вся корма чудовищно сгрызена. Жареные пираньи несъедобные. Я не знаю уже, что есть. Мы находимся в смертельной опасности. Двухнедельная блокада крейсера акулами практически привела судно в негодность. Акулы проникают везде. Кок был съеден заживо. Три акулы на корме, две в трюме. И слишком ли это много? Как говорил покойный адмирал Нахимов, лучше пидор на рее, чем акула в трюме. Надо это помнить всегда. Только таким путем мы можем спасти весь флот. Как наш, так и шестой американский. И наш курс теперь в Бразилию. Я хочу вам сообщить, что тайна двух океанов, над которой бились виднейшие умы современности, можно сказать, раскрыта. Несмотря на то, что невероятные климатические условия совершенно не характерные для места, где мы находимся, в Лос-Пальмасе, совершенно выбили наш крейсер из колеи, мы должны продолжать путешествие в Рио-де-Жанейро. Это необходимо. Мы не должны менять курс ни на одну йоту. Пусть обыватель рефлексирует. Вы должны давать ему пищу для рефлексии. Начнут между собой сцепливаться, но уже по другому принципу, чем они были сцеплены до этого. Пароль для перехода из одного состояния в другое. То есть человек произносит этот пароль и переходит в другое состояние. Но не только человек, но и государство, и общество, и вообще. Это такая универсальная модель пароля. Главное же перейти границу. Очень важно, это очень трудно. Она как бы почти незримая всегда граница. И очень трудно ее перейти. Сейчас такой период, когда в искусстве особенно, и в науке, везде практически все разрушены, и сейчас должны начинаться, и как бы существует такой хаос. Блять. Поедешь на завод Михельсона, дура ушастая.
думаю, что если искусство яркое, полно творческой силы, то оно возникает как элитарное, а потом оно утверждает свою силу в дальнейшем и становится достоянием многих и многих людей. И это очень хорошо. Я думаю, что это естественный логический путь. Произошло 20 августа, а спустя 10 дней началась мировая война, приведшая к сильным изменениям на политической карте Европы. Никто еще не знал тогда, что на вооружении германской армии находится новое страшное оружие разрушения, специально обученный отряд морских свинок-камикадзе, способных к быстрому развертыванию в экстремальных условиях, включая самоисчезновение в случае крайней необходимости. Герр-капитан, Голдвин Майер ждет моего звонка. Я должен немедленно переговорить с Берлином. Вставай, сука, урожай созрел. Последний аккорд войны поставили швейцарские лучники.
завершив таким образом турецкий гамбит. Тибетские монахи отказались от сакральной власти, а эскимосы, зарыв топор войны, подняли упавшие штандарты Великой Империи. Пока всемирная история медленно шла к своему концу, Великая Россия, отбросив комплексы государственности, прогресса, науки и культуры, спокойно отдыхала на 1/6 части суши. Раз, два, три, четыре! За наглость. Я очень рад, что вы меня осмотрели. Так приятно, когда у человека есть аудитория, что можно сказать что-нибудь. Все, что я говорил, идет от чистого сердца. Правда, от чистого сердца. Правда, сердце у меня какое-то такое странное, и душа какая-то маленькая, такая циничная. Но каждому дается то, что он заслуживает.